Люди, которые никогда не пройдут мимо чужой беды. В Иванове прошли 6 региональные соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны. Именно на них вся надежда в небольших деревнях и селах, куда профессионалам не всегда получается добраться быстро. Первый удар принимают на себя именно добровольцы. По регламенту мы должны пребывать в сельской местности за 20 минут от получения сигнала об загорании, об опасности до прибытия машин должно пройти 20 минут. Добровольные пожарные команды, которые у нас больше 40 на территории Ивановской области, как раз и обеспечены создать выполнение данного регламента. То есть до прибытия основных сил они принимают выполняют первичные меры пожаротушения, реализуют, и непосредственно те добровольные пожарные команды, которые имеют технику, непосредственно тушат это загорание до прибытия основных сил. В соревнованиях принимает участие 21 команда. Им предстояло продемонстрировать работу с пожарной техникой, боевое развертывание, пройти спортивную эстафету. Аварийно-спасательное формирование подготовили для участников показательные выступления. Любопытно, но многие добровольцы в прошлом профессиональные пожарные. Раньше я непосредственно работал в пожарной охране, сейчас уже не работаю, на заслуженном отдыхе. И поэтому по старой памяти как бы так помогаем своим коллегам бывшим. Игумен Варнава служит в небольшом храме преподобного Сергия в Комсомольском районе. С пожарами, к счастью, пока не сталкивался, но в силу обстоятельств решил освоить для себя некоторые азы. Закупили огнетушители в храм, а пользоваться ими не могли. Пришли в пожарную, обратились к Андрею Олеговичу Прудкову. Он нас научил обращаться с огнетушителем. Ну, так вот мы остались, обоюдно помогаем. Он нас приглашает к себе, мы его приглашаем в храм. Бронзу на этих соревнованиях завоевала команда Фурмановского района. Вторыми стали добровольцы пожарной академии. Победа же досталась участникам из Приволжского района. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ «Иванов».